Только что сказал, что это сейчас 2-0 практически. Локомотив на шаг, от, чтобы чемпионы были, да? И что не надо больше бояться, на площадке можно релаксированно играть. Честно, у меня было предчувствие, что мы будем играть пятую игру в Казани, что это будет пятитриллеровый матч. И вообще сегодня я даже не могу объяснить, у меня слезы на глазах, как будто мы уже чемпионат выиграли. Но мы просто вернули серию в Казань, и мы сделаем все для того, чтобы выиграть дома. Эмоции, конечно же, сейчас, не знаю, что-то сложно сказать, потому что очень-очень эмоциональная игра, и в пятой партии шли прям так в очко в очко, и, конечно, тоже очень приятно, что победили, и надеюсь, сейчас, когда приедем в Казань, пятая игра, несомненно, конечно, надеюсь, тоже будет хорошая, и уже домашние трибуны Казани нам тоже помогут и свою роль сыграют. Никто не держал в руках золотые медали, мы боремся за них, и очень хорошо, и это видно, что мы готовы доказывать и бороться до последнего мяча, даже проигрывав две партии, мы можем. Мы собрались, показали эмоции и всю свою энергию, все сделали. Молодцы, горжусь командой. Установка – играть свою игру, делать то, что мы умеем. Да, показывать эмоции, характер на площадке, быть бойцами.